Женечка, привет! Мы вот собрались здесь для того, чтобы поздравить тебя в этот день. И слава Богу за то, что есть сегодня техника. Ты не рядом с нами, далеко. Но мы все равно поздравляем тебя с днем рождения. Мы помним тебя, любим очень сильно. И мы желаем тебе больше радости. Мы желаем, чтобы ты обязательно вошла в свое призвание, чтобы ты всегда в каждом дне приносила плод во 100 крат. Вообще, будь счастлива, здорова, цвети ты прекрасно, как всегда, я знаю. Вот мы очень любим тебя и ценим. Что? Ты уже все сказала? Ничего страшного, я думаю, можешь что-то добавить. Совесть надо иметь. Но я присоединяюсь. Самое важное, что я хочу сказать, это чтобы ты была счастлива, чтобы... Боже, на меня камера. Ася! Я тебя очень люблю, скучаю, жду. Я знаю, что в Америку ты поехала для того, чтобы осуществить свою мечту. И осуществится она в России. Мы тебя ждем, любим. Да. С днем рождения! С днем рождения, Жень, от всех привет тебе, от того, кто сейчас, от того, кого сейчас нету. Женька, я тебя, ну, очень, мы очень любим тебя и хотим, чтобы ты была все счастлива, 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 счастлива и исполнила именно то, для чего тебя Бог туда послал, и обрела то, что здесь не обрела, обрела это там. Да, да, я скажу два слова и поеду. Жень, извини, что я не в красных штанах, но я... Стремлюсь только. Мы поздравляем тебя с днем рождения. Я хочу, чтобы ты знала, что ты на миссии. Ты просто на миссии. Бог хочет, чтобы ты спасала людей там. И пусть Бог обильно благословит твою жизнь, твою семью. Мы любим тебя и благословляем. Аминь. 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 Давай, Юлька. Я уже не знаю, что сказать. Я тебя... Люблю тебя, Женя. Люблю тебя, Женька. Что, вот, поздравляю тебя с днем рождения, помню тебя всегда. Ну, ты очень хорошая девочка, правда. Я тебе, правда, счастья тебе большого-большого. Все. Камеру. Говори, говори. Привет, Женя, я поздравляю тебя с днем рождения. И я желаю тебе... Я желаю тебе преодолевать все трудности, которые будут у тебя на пути, там, где ты есть. Я желаю тебе всегда иметь силу Божью с собой и никогда не опускать руки в любой ситуации. Не протягивать ноги. Давай, айфончик. Женя, прямо сейчас я в Инстаграм отправляю эту фотографию, мы тебя поздравляем. Как вот пишут на этих штуках, на... Как пишут на могильных плитах, помним, любим, ждем. Скорбим. Ждем. Жень, давай, приезжай, как бы, ты молодец, все хорошо. Ну, я знаю, что тебе без нас тяжело, нам без тебя тоже тяжело. Вот Ролан Иванович тоже присоединяется. Да, присоединяется. Семья Михаличенко хочет поздравить, вот они бегут со всем семейством. Все, прославление, надо подниматься вверх. Да. Вот разок нас... Женечка, мы тебя очень-очень любим. Ты прекраснейший человек. Мы тебя помним. Филипп постоянно спрашивает, где Женя? Спроси, где Женя? Филипп, сейчас. Ну, он подумал об этом. Он подумал. Скажи, Женя, с днем рождения. Где же Женя? Скажи. Спи. Ну, скажи. Помаши, как это лучше. Скажи, Женя, с днем рождения. Скажи, засмущали ты, выстроили. Ну да, все смотрят. Давай, Женя, с днем рождения тебя. С днем рождения.